Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео вы услышите последние новости по компании Автомайн, непосредственно от основателя компании Александра Фирсова. ICO монеты MNC будет проводиться сразу на трех ресурсах. Первое. Продажа монеты с нашего ресурса minecoin.money. Причем многие из вас могут заработать на этой продаже очень приличные деньги. Да, вы не ослышались, мы подготовили техническую возможность для этого, и многие из вас могут участвовать в этом бизнесе и заработать, но не все. Этот инструмент будет доступен только адвокэшникам, то есть тех, кто делал инвестиции в компании с электронной системы AdvoCash. Второе. Продажа монет на бирже DEX. Листинг пройден, со дня на день начнутся торги. Третье. Продажа монет на бирже Litecoin. Проводятся переговоры об эксклюзивности листинга. Разумеется, на всех этих биржах после разморозки можно будет и продавать, и покупать MNC. Более того, мы ведем переговоры еще с одной биржей о листинге у них сразу после разморозки монеты. Об этой бирже сообщу дополнительно позже, и мы все ее увидим на сайте монеты со всеми гарантиями выхода на нее для торгов нашей монеты. Далее, в данный момент все силы брошены на скорейшее открытие нашей электронной платежной системы и трейдинга. Что выйдет первым, не скажу, возможно, выйдут одновременно. Будет и мобильное приложение для телефонов, для нашей электронной платежной системы и криптокошелька MNC. Работа проводится по всем направлениям. Готовится большой рекламный блок нашего холдинга. Самая важная задача, над которой я сейчас работаю, это заработок в холдинге Автомайн. Именно заработок, потому что Автомайн – это прежде всего бизнес. Бизнес, который имеет множество сервисов и способов заработка. Я против формулировки «вложи и заработаешь». Я за формулировку «Автомайн» – более 100 способов заработка в сети. С вложением и без. Торговый, управленческий, биржевой, брокерский, маклерский, маркетинговый, рекламный и так далее. Вот к последнему я и стремлюсь, создавая разнообразные сервисы, которые все это позволят реализовать. Теперь о новом высокодоходном способе заработка в данный момент для адвокэшников. Это первый из нескольких сценарных планов. Все, у кого были открыты депозиты в AdvoCash, могут продавать монету компании и иметь за это реферальный бонус 15% от суммы покупки монеты с нашего сайта minecoin.money по ссылке адвокэшника. Иными словами, в каждом кабинете на торговой площадке Автомайн Инвест Фонд у всех адвокэшников есть вторая реферальная ссылка для продажи монеты. Также в кабинетах присутствуют рекламные баннеры с реферальными ссылками. Если человек проходит по этой ссылке и покупает монету с нашего сайта, партнер, давший эту ссылку, получает 15% реферального бонуса в кабинет Автомайн Инвест Фонда на платежную систему Perfect Money. И, разумеется, эти деньги можно выводить, реинвестировать и так далее. На сайте монеты присутствует телефон горячей линии, техподдержка и собственный рекламный чат. Там можно рекламировать свои баннеры, рекламировать свои ссылки и работать со своими партнерами. Такой инструмент доступен только для адвокэшников. У всех остальных нет возможности такого заработка. Я всех предупреждал, без обид. Разумеется, это не панацея, и многие могут возразить: мне это не нужно, мне это не интересно. Что ж, каждый имеет право на свое мнение. Но кому интересно, такая возможность появилась не теоретически, а практически. Повторюсь, это первая привилегия адвокэшников, в скором времени будут и другие. И да, конечно, для адвокэшников готовится еще одна очередная привилегия. При работе над нашей электронной платежной системой новости буду выкладывать как можно чаще. Всем хорошей работы и семейного тепла. С уважением, Александр Фирсов. Вот такие новости на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.